ты что делал тут? Смотри, как он бегает смешно. Кто смешно бегает? Сам ты смешно бегаешь. Да, мы прошли в подвал. Боже мой. Это секретный проход. Эй, ну как мне тебя поймать? Я не могу по лестнице подняться. У него голова сквозь стены ходит. Давай, соседушка, я здесь. Еще чуть-чуть, и ты меня поймаешь. Эй, ну я так не играю, не могу тебя поймать. Ты какой-то хулиган. Всем отличное настроение, коты. С вами котенок Лайк. И знаете, куда мы попали? Это проклятый привет, сосед. Эй, соседушка, здорово. Эй, а ну иди сюда. Ты что здесь делаешь в моем дворе? Хо-хо-хо-хо. Он уже нас поймал, что? Вот это жесть какая-то. Мы в каком-то доме очутились. Вы видели самую главную деталь? У него появилась борода. Вон он бегает. Бородатый привет, сосед. Может, ему бритву подарить? Э, соседушка, давай побреем тебя. Кого побрить? Сейчас я сам тебя побрею. Быстрее, быстрее бежим. По идее, он не должен нас здесь трогать. Какой дерзкий соседушка. Кстати, коты, если за 3 секунды вы успеете поставить лайк, подписаться на мой канал и оставить комментарий, то злой сосед никогда вас не поймает. Раз, два, три. Молодцы, коты. В общем-то, мы пришли в дом к этому проклятому соседу. Скорее всего, его дом тоже проклят, хотя он выглядит очень мило. Вам нужно позвонить в дверь? Серьезно? А где здесь звонок? Я что-то не понимаю. Опа, бежит, бежит, бежит. Давай-ка мы сюда с тобой спрячемся. Не поймаешь, не поймаешь ты меня, сосед. Тут на самом деле очень много домов. Интересно, в них можно заходить? Нет. Скорее всего, мы можем пробраться только в дом соседа. Кстати, прикольное солнышко. Интересно, почему он бородатый? Ха-ха, чувак. Он, короче, через окно хотел выйти, но понял, что у него ничего не выйдет. Здесь у нас какой-то рубильник. Он не работает. А вот и дверь. Точно. Надо аккуратно пробираться. Пока соседушки здесь нет. Смотри, все двери открыты. А как так-то? О, туалет. Отлично. Надо будет потом сходить. В лоточек ему делов наделать. Че это он смотрит? Э, сосед, у тебя тут телек не показывает. Давайте что-нибудь найдем. Может, что-нибудь откроем? Не, пока не можем ничего делать. О, деньги! Опа, здрасте. Вот это нам пригодится. Денежки. О, сосед, быстрей. Так, а если мы... Да, он сквозь кровать бегает. Серьезно? Давайте заново. Я вам серьезно говорю, это проклятый сосед коты. Он какой-то сумасшедший, небритый. Лохматый, волосатый. А что у нас в доме? Ну, достаточно мило. Умывальничек. Какая-то комната. А, тоже туалет. Интересно, у меня получается раковина и туалет вот этот маленький. Наверное, я моюсь в раковине. Потому что ванной-то у меня нету. Что это за дичь? Что за дом такой? Нет, ну серьезно. У меня, кстати, тоже есть этот рубильник. Ну, пускай так. Все, сейчас мы будем искать что-то у соседа. У него есть второй этаж. Главная дверь теперь открыта. Давайте попробуем. А как на второй этаж? Этаж! Сосед, быстрее бежим! Вроде успели. Эй, ты что делал тут? Смотри, как он бегает смешно. Кто смешно бегает? Сам ты смешно бегаешь. Ножками так перебирает. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Еле от него вернулись. Он почти нас поймал. Ранч. Ранчо? Это какой-то дом гномов. Что это такое? Интересно. Там получается город, а здесь у нас дом гномов находится. Нет, немножко странновато. Как же нам подняться на второй этаж? Там вообще что-нибудь есть? И надо еще соседа отвлечь. Ага, мы можем подобрать какие-то документы. Find. А, подождите, вот эту сумочку что ли надо? Как-то странно, она то берется, то не берется.
Берем. Теперь найдите ключ. Сосед пришел. Быстрее. А где здесь может быть ключ? Тут мы тоже что-то могли подобрать. Мне кажется, вот эти вот открываются, да? Шкафчики. Нет, не открываются. Но мы когда залазили, нам писалось... Во, что это? Ага, телефон. А! Боже мой, он так зарычал, как зомби какой-то из Майнкрафта. Он действительно проклят. Ну-ка, кто здесь проклят? Сам ты проклят, понял меня? Да конечно, соседушка. Сейчас мы кругаля дадим, отвлечем его, а сами забежим к нему домой. Быстренько мы это все... Так, где вход-то? А, вот он. Все, отлично. А, вот ключ. Сразу не заметил. А, Гет, куда-то убираться. Блин. Знал бы я английский, было бы чуть проще. Здесь закрыто. Вот здесь открыто. Да что ж такое-то? Он все время нас ловит. Что-то я не понял. Мы выполнили игру? У нас есть здесь акт. Вводите, найдите girl. Basement key. Документы, доллар. Это все? Вся игра пройдена? Серьезно? Что-то прям совсем быстро. Ладно, давайте попробуем выбраться на второй этаж. Туда вообще можно попасть, нет? Сейчас мы с машины подпрыгнем и посмотрим, есть там какие-нибудь предметы. Такое ощущение, что он просто построен, как декорация, и ничего нету. Хотя окно там есть. Нам бы выбраться на наш дом, тогда бы мы сразу все поняли. Но это, видимо, невозможно. А вот сюда, кстати, можно еще запрыгнуть. Оп! Так, отлично. Сейчас мы залезем на дом гномов. Фу-ху-ху. Мы покорили эту вершину. Интересно, за карту мы сможем выбраться? Здесь блокировочка. Или это дерево нам мешает? Но по забору мы явно можем ничего не сделать. Блин, я застрял. Что делать? Сосед, помоги. Соседушка. Мы тут застряли. Ну, ё-моё, ну как теперь вылазить? Без шансов, походу. Фу. Пришлось немножко телепортироваться. Давайте сбегаем, наконец, улицы. В оригинальном соседе мы здесь как раз и начинаем. Пинаем мячик и бежим к нашему дому и дому соседа. Здесь мы выйти не можем. Понятно. Какой-то ангарь. Непонятный. Небритый сосед у нас тут бегает. Проклятый. Проберитесь в дом. Да, это мы уже делали. Ага, вон он ходит. Эй, ты чё опять тут? Ну-ка, шуруй сюда. Ты сам шуруешь ко мне. Поэтому мне надо убегать от тебя, соседушка. Ну, тут у нас за домом ничего нету. Интересная версия, я вам скажу так. Сделано классно все. Не лагает, не заедает. Он прям бегает бодренький. Быстрее! Что происходит? Мы его толкнули. Серьезно? Получается, мы можем его толкать? Ну-ка. А если мы прям перед ним вот так вот... Бау! Да-да, можем... он сразу нас не хватает. Мы можем от него отталкиваться, мимо него пробегать. Прикольно. Но как бы туда запрыгнуть? Наверное, никак. Что находится за этой дверью? Надо с улицы глянуть. Здесь у нас окно. Чё это? Подожди-ка. Там подвал! В смысле? Там есть подвал? А в него можно попасть? А как это сделать? Может, как раз вот этот ключ и есть? От подвала. Да, мы прошли в подвал. Боже мой. Это секретный проход. Что это такое, кетчуп? Сосед, ты что тут творишь? Вентилятор. Компьютер.
Ох, ё-моё, я думал, мы все прошли, оказывается, нет. Но он сюда, наверное, не может проходить. Как же нам открыть-то? Ты смотри, а здесь еще какое-то помещение. Сосед, оказывается, не так прост. Что же здесь произошло? Чемодан. Отлично. Мы понабрали кучу предметов. Я, правда, не знаю, как мы смогли. Да, это реально кетчуп. Вот банка от кетчупа. Видать, он здесь кушал какие-то хот-доги и все рассыпал, разлил. Фу. А, шо, сосед? Нет, нет, нет. Ха-ха, он поймать нас не может, он застрял. Соседушка, соседушка, поймать ты меня не сможешь. Опа, а нет, в подвал-то он сможет спуститься. Нет, нет, быстрее, быстрее. Так, и теперь нам надо пробежать вот сюда и вот здесь. Тут он уже застрянет, да, сосед? Ты где там, чувак? Эй, ну как мне тебя поймать? Я не могу по лестнице подняться. У него голова сквозь стены ходит. Давай, соседушка, я здесь. Еще чуть-чуть, и ты меня поймаешь. Эй, ну я так не играю, не могу тебя поймать. Ты какой-то хулиган. Ага. Тот самый настоящий хулиган, который обманул. Привет, соседа. Ууу, крутяк. Но он рычит. Так, это мы забираем. А, я не успел прыгнуть. Ладно, коты, я надеюсь, что вам понравился этот видосик. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И в следующий раз мы узнаем все тайны проклятого соседа. Всем удачки, всем пока.